Всем привет из солнечной Греции, с вами Юля, вы находитесь на канале о вышивке крестом. Сегодня я к вам с покупками, у меня пополнение в моих запасах, и причем очень такое внушительное. Дело в том, что один из наших рукодельных магазинов распродавал остатки набора в Ланарте, я увидела эту распродажу и думала, но потом решилась и решила все у них выкупить. И очень-очень этому рада, что смогла все у них выкупить, потому что была хорошая цена. И, ну, мне, конечно, вот все вместе, когда покупаешь, но немножко накладно все суммы отдавать, но оно того стоило. Почему они не распродавали? Дело в том, что у нас в основном вышивают страмин с нанесенным рисунком, прикладную вышивку, скатерти, салфетки, а вот счетный крест, картины мало популярны, особо им это никто не вышивает. И у них, конечно же, было больше наборов, я помню, сколько у них было наборов, но они их продавали совсем по чуть-чуть, и поэтому, видно, стали залеживаться наборчики, они решили распродать их, расстаться, а я была и рада, взяла и все забрала. Вот. И еще мне обещали посмотреть, что есть на складе, может быть, парочку наборчиков еще приобрету, буду тоже этому очень рада. Итак, что мне досталось? Ну, во-первых, у меня здесь две вот такие красотки Сары Мун. Я когда этих девушек увидела, сразу их взяла, у меня прям такие воспоминания связаны, особенно вот с этой работой. Дело в том, что я вышивала эту девушку, но вышивала на страмине с нанесенным рисунком. Это была первая работа, которую я вышила здесь, в Греции пошла, мне захотелось повышивать. И, ну, только здесь у нас страмин с нанесенным рисунком, я думаю, что же мне взять, увидела эту девушку, думаю, а, вышью ее. И целый год я потихоньку вышивала. Потом эту вышивку подарила маме, мама ее оформила в рамочку, и сейчас она у нас в Донецке. А когда увидела эту красавицу, я поняла, что мне нужно ее вышить в оригинале. Будет очень красиво. Здесь у Ланарте, вы знаете, всегда они вкладывают такие основы интересные. И в компанию, конечно же, вторая Сара Мун. Вот такая девушка, какая она красивая, конечно, работа. Будет вышивка очень красивая, нежная. Прям уже хочется ее вышивать. Как мне нравятся эти вышивки. У этой красавицы у нас вот такой вот здесь лен. Что нам пишут? Просто 100% лен. Размер 35. Больше ничего не пишут. 35 размер. Здесь есть напечатанный такой вот фон. Если вам видно. Надеюсь, видно. И ниточки внутри. Я уже немножко приоткрыла, посмотрела. Просто они упаковывали. Видно, неправильно положили основу, что нитки остались внутри. Ну, так лучше. Они меньше выгорают. Хорошо, более лучше хранятся. Вот. А здесь у нас уже... Что у нас? Тоже лен. А, ну, я так понимаю, соответствует 14 каунту. Немножечко здесь другой размер. Лен тонированный, ну и ниточки, вот вы видите, тоже вот такие нежные. По размеру они немножко отличаются. Вот это Сара Мун 33 на 38, а здесь 20 на 30. Ну, я думаю, что с помощью паспорту и рам можно будет их вместе скомпоновать. Они обязательно должны быть вместе, эти красавицы. Хотя немножко по размеру, ну, хорошо так отличаются по размеру на самом-то деле. 20 на 30, 33 на 38. Большая разница. Ну, вместе как-то они подружатся. Это у нас Romantic Collection. Сара Мун. Lady Peach Lilac Flower. Lilac Flower. Вот, а здесь ничего не написано. Очень рада этому приобретению. Дальше. Был у них вот такой вот один наборчик. Очень красивая серия у Ланарте с Египтом. Египетская такая линейка. Я давно на них смотрела. Они мне очень нравятся. Но они же очень дорогие. Соответственно, я только глазами любовалась на эти наборы. Ну вот он попался мне в остатках. Я его забрала. Конечно, его нужно вышивать в паре. В пару ему идет, по-моему, там Нефертити, еще есть какие-то дизайны, которые
идут в этой серии. Египет уже немножко вышел из моды, и все, кто раньше вышивал Египет, уже обновляют свои экспозиции, вышивают что-то новое. Но знаете, все циклично. Лет через 10-15 Египет опять может вернуться. Я как раз довышиваю все свои начатыши, и как раз можно будет начинать Египет. Ну, на самом деле, разработка великолепная. Если кто-то встречал вживую дизайн от Ланарте, Нефертити часто вышивают, я думаю, вы поймете, насколько это прекрасно. Конечно, у Ланарте есть такие разработки, которые очень стильные, очень красивые в оформлении, это настоящие картины. Они умеют делать именно те вышивки, которые для интерьера. Вот с обратной стороны у нас вот такая тонированная основа, ниточки, здесь их много, яркие. Не могу вам хорошо показать набор, потому что у меня такая камера, у которой ее объектив имеет очень маленькое покрытие, но она мне удобна в использовании, поэтому я пока работаю с ней. Хотя, конечно, уже нужно ее давно менять, она перегревается, и тяжело снимать большие видео вместе с этой камерой. Ну, привычка и есть привычка. Знаете, уже когда ты что-то знаешь, легче включиться и делать съемку, а с новой техникой нужно пока выучишь, пока подружишься. Вот такое отступление лирическое по поводу камеры. Размер работы 39 на 49 сантиметров. Большая работа. У нас здесь 100%. А что это здесь у нас? Я даже не прочитаю. Так. Катон, скорее всего, да, катон. Разные языки. Катон, да, 100% катон. Ну, наверное, 27-й каунт. Конечно же, сюда нужно будет искать пару. Не знаю, когда это случится, но если судьба, значит, найдется и пара Нефертити к этому набору. Красивый. Пусть будет. Я очень рада приобретению. Дальше. Достались мне вот такие прекрасные тюльпаны. Черные тюльпаны от Маржелин Бастин. Прекрасный дизайнер. Размер работы 29 на 35 сантиметров. Здесь не только черные тюльпаны, но и, конечно же, белые тюльпанчики. Вот такие ниточки насыщенные. И у нас здесь основа 100% лен, соответствует 30 размеру. Видите, у них не одинаковые льны вложены в наборах, а очень совершенно разные. И вот и 30, и 35, и 27 каунт. Вот как они интересно комплектуют. Размер работы 29 на 35, если я вам не сказала. Вот такие тюльпанчики. Будет очень нежно, красиво. Как я рада, как я рада. И еще вот такой набор шикарный мне достался. Это у нас красные розы на черном. Я знаю, что когда-то они были раритетными, и за ними девочки гонялись. Потом, скорее всего, Ланарте, может быть, их перевыпустили, а может быть, просто у них на складе, где я покупала, он настолько долго лежал, что вот он дождался именно меня. Размер работы будет 49 на 39 сантиметров. Большая, красивая, масштабная работа. Подбором вышить ее невозможно, потому что здесь идет ткань с нанесенным фоном. Вот этот черно-серый фон, он напечатан. Вышиваются только красные розы. Вот смотрите, что у нас с обратной стороны. Вот так выглядит этот фон. Есть какие-то участки, где идет тонировка. И вот такие очень-очень красивые нитки. Красные, бордовые, зеленые, розовые, серые, черные. Очень насыщенные. Насыщенная палитра. И ниточек здесь много. Набор большой. Вот есть наборчики Ланарте поменьше, а это вот из больших наборов по размеру. И вот такой еще набор мне достался, пионы. Я его раньше не встречала, ну, я не особо любитель Ланарте, может быть, просто я не обращала внимания. Значит, размер у нас здесь 37 на 43, тоже будет большая работа. Смотрим с обратной стороны, у нас здесь основа, пишут, хлопок 27 размера.
Ага, да, размер работы 37 на 43, я вам сказала. Ниточек здесь тоже очень много. Здесь и розовые, и нежные цвета, зеленые, от насыщенных до салатовых, таких нежных. Бордовый интересный цвет, красивая палитра. И получится, конечно, очень нежно, очень красиво. Ланарты, они вообще молодцы, умеют создавать интерьерные работы. Потом я приобрела несколько маленьких наборчиков, возможно, пойдут на подарки, потому что я провожу совместные проекты, мне периодически нужно иметь запасы подарков. Вот такой вот красивый цветок. Дахлия in close up. Ничего не понятно. Размер 25 на 25 сантиметров. Здесь у нас равномерка, стопроцентный хлопок 27 размера. И вот такая вот соответствующая палитра. Оранжевые, бежевые, желтеньких немножко. И кирпичный цвет присутствует очень тоже здесь яркий. Такой красивенький наборчик. Он маленький по размеру. Если вот сравнить с другими наборами, вот так вот постараюсь показать. Вот видите, он намного меньше. Ну и, конечно же, он более худенький. Дальше еще один маленький наборчик. У меня есть такой большой, а это чуточку поменьше. Он 19 на 19 сантиметров. Ну, не совсем малышка, 19 на 19 сантиметров. И вышивается он на Аиде. Вот, на Аиде. Есть у Ланарта и Аида, есть и лен. И здесь такие вот нитки классные, яркие. Я думаю, что если я его подарю, но я его на подарок взяла, когда я его подарю, кому достанется, я думаю, рукодельница сможет заменить основу и вышить и на равномерке, как будет желание. Дальше вот такой наборчик. Взяла девушку с жемчужиной, очень знакомая картина всем. Серия этих наборов классики, я раньше не встречала его в таких серых упаковках. Размер работы 29 на 39 сантиметров, большая работа. Честно вам скажу, мне не очень нравится эта девушка, вот особенно лицо, как разработанное, мне не очень нравится. Но это дело времени, настроение меняется, вкусы меняются, я, может быть, ее и полюблю, может быть, кому-то подарю. В общем, пусть лежит, дальше разберемся. Вышивка у нас здесь на Аиде черного цвета, это 14-й каунт, ну, ниточки соответствующие. Вот такая вот палитра. Так. И еще один набор, который я уже вскрыла. Уже начала над ним работать. Сейчас вам все покажу. И еще вот такой наборчик. Это детский растомер. Ну, у меня как бы детей пока нет. И когда я увидела этот набор, я подумала, ну чего я его буду оставлять? Я его заберу. Может быть, потом поменяюсь с кем-то, что-то придумаю. Но пока вот он ко мне шел, я стала рассматривать картинки на сайте и посмотрела, какие здесь прекрасные сюжеты. Вот так, давайте я вам покажу, постараюсь. Вот здесь у нас девочки, мальчики с различными животными. Все тут весело, красиво, хорошая разработка такая. И я пока рассматривала, рассматривала и решила, что нет, я его оставлю себе, и я буду вышивать на примету. Даже если примета не сработает, чудо не случится, я всегда смогу подарить готовое изделие кому-то другому. Вот, и это у нас эксклюзивная коллекция от Марии Ван Шаренбург. Вот. Размер работы 23 на 123 сантиметра. Называется «Я и мои друзья». Набор был, естественно, очень большой, плотный. Я уже достала ткань и стала делать подготовку. Обработала край основы лаком для ногтей. Немножечко так слегка прогладила, чтобы ее выровнять. Здесь такая равномерочка хлопковая. Я даже не знаю, как она называется. Она просто как скатерть, как ткань.
Ну, я в равномерках уже говорила, не очень разбираюсь, не знаю прям все равномерки, чтобы вам сказать, что за ткань. Ну, вот такая плотная здесь есть, немножко синтетики, и мне кажется, что есть немножко синтетики. Хотя, может быть, это хлопок 100%. Сейчас почитаем, что нам пишут. Нет, 100% коттон пишут, соответствует Аиде 14 каунту. Вот так. Угу. Ну, в общем, я не знаю, что за равномерка. Если вы знаете, подсказываете. Но у нее такие переплетения плотные. Ну, вам не увидеть сейчас на камеру. Ладно. Что у нас, значит, есть здесь в наборе? В наборе у нас целая куча схем. Схемы здесь, инструкция на огроменных листах формата А3. Даже вот не буду разворачивать, но вот кусочек, если вам показать, и мой палец, посмотрите, квадратик 10 на 10, какой имеет размер, да, вот он квадратик, вот, я кладу свой палец, 5 сантиметров, наверное, ну, как, ну, примерно, да, вот, много здесь схемы, много здесь инструкций, все, я буду это читать, разбираться, и вот хотела вам показать, я уже в другом видео делала обзор на этот набор, а здесь уже как бы у меня такое сборное. Вот эти ниточки, они были в наборе. И здесь три планшетки. Две планшетки, которые были сверху, они желтенькие, а нижняя планшетка беленькая. Представляете, сколько лет у них лежал этот набор где-то на складе. Не знаю, что планшетки пожелтели, а нижняя осталась беленькая. Ему, наверное, очень-очень много лет, этому набору. Не знаю, где здесь у них пишут дату выпуска. В Голландии. Сделано в Голландии, написано. Голландский набор. Сделано в Голландии. Когда сделано? Не написано. Не знаю. Ну, это и не важно, когда он был выпущен. Материалы здесь все хорошие. Они не портятся. В общем, как вы понимаете, этот набор я уже буду вышивать. Вы скоро увидите все видео, поймете, что к чему и почему. Еще забыла вам показать. Мне также положили небольшой подарочек за все мои покупочки. Что я у них там стала оптовым покупателем и спасла столько наборов. Мне положили вот такое колье, как-то украшение. Ну, здесь ракушки, что-то плетеное, такое рукодельное, ну, с магазина рукодельного, вот такой вот с ракушками морское украшение, симпатичное. Вот, это все мои покупки, приобретения на сегодня, те, которые покупки я сделала здесь, но есть еще покупки, заказы, которые я сделала в России, в Украине. Сейчас жду мои посылочки. Как только все соберу, обязательно будет тоже видео о покупках. А на этом у меня все. Желаю вам хорошего настроения. До новых встреч. Всем пока-пока.